Митинг сторонников Садыра Джапарова закончился силовым разгоном. На митинге протестующие выставили властям несколько требований. Главное из них – немедленное освобождение из тюрьмы Садыра Джапарова. Под арест в СИЗО ГКНБ взят бывший депутат Канабек Усмоналиев. Его подозревают по более серьезной статье в попытке насильственного захвата власти. Мы должны идти вперед, говорить об обновлении, о зеленой экономике. А в этой ситуации некоторые митинги ставят преграды для развития. Күзде боло турган шайлоого карата үгүт иштерине бүгүндөн тарта уруксат берилди. Азыр 3-нөн 4-нө караган түнү Бишкек шаарында саат чебеси 12-ни каккандан кийин партиялар өз жанактарын мына минтип иле башташты. Так закончилась вчерашняя агитстреча с кандидатами в депутаты Чукурку-Кинеша для жителей села Араванс. Помимо телесных повреждений, полученных людьми побиты 5 машин. На сайте tizmek.gov.com можно проверить перемещение избирателей с одного участка на другой. Избирательница по имени Алима ухитрилась подать заявление по форме 2 21 раз. В Ошской области задержали агитатора одной из политических партий. Мужчину подозревают в подкупе избирателей. Президенттік қызматтан кету шешімін қабыл алдым. Қырғызстанның еліне қызмет қылуға ант беремін. Минувшую субботу ЦИК определил дату президентских выборов. Они состоятся 10 января 2021 года. А вот закончилась смена дурака подарками. На место спикера 44-летнего таланта Мамытова проводили аксакалы парламента. Талант Турдумаматович, я желаю вам до конца срока поработать, чтобы вас потом не пришлось одевать в чепке. Теперь 85. Такие ставки установились сегодня около 18 часов. Торгово-логистический центр по замыслу правительства должен стать точкой сбора и производства продукции для дальнейшего экспорта в страны ЕС. Логистического центра в Нарынской области не будет. В кыргызско-китайском предприятии СЭС Атбаши решили расторгнуть соглашение. Теперь инвестору не нужен ни проект, ни те самые 200 гектаров. Цены на мясо колбасит. Почему в стране с давними традициями скотоводства и с большими развитиями для ее развития сейчас мясо продают по цене, приближающейся к категории деликатесов. Те, кто недоволен жизнью в Кыргызстане, надо отправлять на Памир на неделю, чтобы они почувствовали, что это такое. Я думаю, после этого они поменяют свое мнение о нашей республике. Осенне-зимний ассортимент товаров торговцы рынка Дурдой заказывают еще летом. На дворе уже 1 декабря, а палеты с одеждой на текущий сезон еще не получены. Пока фуры с грузами ожидают разрешения пересечь границу с Китаем, мы теперь не можем заказать весенний товар, так как мы не можем получить зимний товар. 3-4 месяца, некоторые есть даже с августа, не могут получить товары. Мы на контрольно-пропускном пункте Ахтылек автодорожный. По нашим подсчетам, здесь около 100 фур. Есть водители, которые не могут проехать уже несколько дней. Причина одна – не сдали ПЦР-тест. Буквально недавно китайская сторона подтвердила готовность увеличения объема перевозок. Раннее утро. Журналисты срочно прибыли в пресс-центр правительства. К камерам вышел министр здравоохранения Космонбек Чолпонбаев. Предположения о коронавирусе подтвердились. Со вчерашнего дня из некоторых источников сообщалось, что в страну все-таки просочилась инфекция. Президент подписал указ о приостановлении всех мероприятий, связанных с выборами местной Кинеши, которые должны были пройти 12 апреля. В связи с введением чрезвычайной ситуации на территории страны ограничивается движение между областями в 7 регионах, установлено
установлены санитарно-карантинные посты. В связи с растущей тенденцией распространения коронавирусной инфекции, президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял решение ввести режим чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалалабад, а также в Ноукатском, Карасуйском районах Ошской области и в Сузакском районе Джалалабадской области. Она умерла у меня на руках. Докторам, кто никогда не спит, кто наш покой хранит, мы вас благодарим. Спасибо нашим докторам, героям наших дней, рискуя жизнью каждый день, спасая жизнь людей. Жаламан Шаршенбеков, Кыргызстан. Катуу берет, абирок, катылгандын катырын.